Уже в конце этой недели налоговые инспекторы могут начать проводить контрольные закупки и штрафовать предпринимателей, которые не выдают чеки. Президент подписал поправки в закон. С 1 апреля он вступит в силу. Каждый предприниматель, который перешел на упрощенку, должен иметь кассовые аппараты и выдавать чеки покупателям. Это правило действует с начала этого года. А с 1 апреля в любой бутик под видом покупателя без всякого предупреждения может зайти налоговый инспектор и сделать контрольную закупку. Налоговая инспекция имеет полномочия проводить проверки и в рабочее время, и также в нерабочие дни. Конкретные даты, время будут являться информацией, скажем так, не для публичного озвучивания, но проверки мы ожидаем, что начнутся в ближайшее время. Если продавец не выдает чек, ему по закону придется заплатить штраф. 1840 рублей на первый раз, за повторное нарушение сумма вдвое больше. Между тем, по наблюдению тех же налоговиков, предприниматели потихоньку привыкают к нововведениям. Количество выдаваемых чеков, оно постепенно растет. То есть, наверное, та информация, что сфера деятельности предпринимателей будет подвергаться более тщательному контролю с использованием нового инструментария, оно несет вот такую роль, предупреждающую нарушение. И на самом деле мы бы хотели ожидать, чтобы нарушений мы вообще не выявляли. В налоговой службе подчеркивают, цель контрольных закупок – это не способ кого-то наказать или собрать побольше штрафов, а стремление приучить предпринимателей платить налоги. Ведь именно на эти деньги ремонтируют школы, детсады, больницы, выплачивают пенсии и зарплаты бюджетникам. Алла Горбатенко, ТСВ.